Ar provincijos rusai nekenčia Amerikos? Some Siberian village, okay. 2000 mylių nuo Maskvos. Ненавидите ли вы США? Ненавижу. Почему? Просто они фашисты настоящие. Ну это не страна, я черт его знает. Терроризм. Как тебя? Занимаются, не свой народ, разжигают не войны везде. Это же ужас, как они что творят. Ага, дякую, жизнь на мне. Ну у них там сколько безработно, голодных сколько. А у нас нет? У нас, нет. У нас нормально. У нас нет. У нас он без работы, но он голодный не бывает. Угу. А вот то, что сейчас говорят на Украине, это тоже из-за них случилось. Это вы с этим конечно, согласны? Это они все. Ну, ее позиция... Ее позиция висос айшкас, пачеш, ту жмоню. Литерали, bet kokį klausimą, ką paklausi, tu jau žinai atsakymą. Nes mes galim ant mažiau turbūt negu A4 lapo surašyti visus priešastis, viską labai paprastais sakiniais, labai paprastais dalykais, vizija, kurią transliuoja per televizorių. Pradėjo karą, Amerika, Amerika blogi, kodėl jie blogi, LGBT, pedofilija, bomžai be namų, žinai, palapinėse gyvena, tos kelis punktus jie išvardina, kaip kad viskas ten blogai yra, kas ten dar bus, ir tiesiog nu, išvardini taip, ir tu realiai jau visą jų pasaulyje žiūrą gali žodį žodį atkartuoti. Plak, kas ant to, ko tai nėra parašyta? O-o-o! Kągi aš matau, konteineris, transkonteiner. Trans žmonės gabena Sibire. Neveltui rusai, blėt. Sorry. Я как отношусь нормально к этому. Русский, американец, какая разница. А то, что говорят, мы там с ними воюем сейчас, в это не верите? Верю, почему? Ошибишься. А в плане, вы считаете, что на Украине сейчас происходит это из американцев? Да. Тем не менее, вы к ним нормально относитесь. Ну, там у них своя политика, я не знаю. Бля, юкас, юкас, там гражу будто некур норс найти, ар ан стогеру, ар кашка, ман трой, там тесёг матитум туше лаукиме ир калнай толи. Блят. Пасивайшу тикрай норечу по шитоки, че атродо лабай alien. Aplinka tokia. Galima čia paleisti dabar valandikai, žinai. Tam. Mini, vok nim normalno atnosytis. Nu, tam u nich svoja politika, ja ne znam. A za što ih ninavidite? Nu, govorят, što my s nimi tam vojujem i što tako. Ну, а США, это что вы понимаете, США? Страна, ну, страна, народ, так, страна, культура. Страна, допустим, нет, страна, государство. Нет, нет, ненависти никому. Терпеть не могу. А потому что страна, которая куда не попадет, туда и лезет. Ну, например, кто их, допустим, в Афганистан звал? He's got some point. Сам. У них до сих пор там этот, как он называется, вьетнамский синдром. Ага. До сих пор отойти не могут, еще ножи лезут куда-то. Ага. Против нас постоянно то одна компания, то другая. Кайша дара? Что это чувакас? Это пятый, десяток. То есть на Украине это тоже сейчас из-за них, да? Виникала. Они же их 8 лет воспитывали. 8 лет оружием снабжали и сейчас снабжают. А зачем им это? А для того, чтобы нас не было. Ага. Чтобы России не было. И в Афганистан и Бен Ладен нас покрыты, потому что мы все не матом. Ну, там нет теории, айшку, и есть всякую о том Афганистане, как и при всех этих конфликтах. 8 лет оружием снабжали и сейчас снабжают. А зачем им это? А для того, чтобы нас не было. Ага. Чтобы России не было, и ладно. А почему они тогда не нападут сразу на Россию? Вот? А, напади на Россию. Они что, 45-й год не поняли, что ли? Окей. Томи, не юдек, пергрейтас! Researcher in 2-1, okay. Speaking of the US, this channel, the researcher, has in a pinned comment below, and... Что, неприятное и все? А че? А почему неприятное? Пала, че блогас вертимас? Неприятное и все.
Neprijatnai, they disgust me. Disgust daug stipresnis žaidimas negu neprijatnai. Tiesiog tokie nepageidaujami gal labiau, net nežinau kaip čia išverst. Bet ne taip griežtai jinai pasakė, kaip žodis disgust transliuoja. A pačiau neprijatnai? Visi войны устраивают, конфликты везде из-за них. Само правительство ненавижу, а люди-то вроде бы. Такие же? Людей-то жалко все равно, они как и мы же. Зависим от правительства. А вы думаете, что сейчас вот на Украине это тоже из-за США, да? Да, конечно. Да? Конечно. Тоже без ихнего... Kokių teorijų Gevkansą plakų? Pala, ne, aš su Iranu gal maišiau. Iraku tai yra. Kad ten jie ieškojo, jo, ten tų masinių ginklų ieškojo ir ten prielaidų, kur tą filmą žiūrėjau. Koks ten filmas buvo? The Vice? Ar panašiai, kur ten, nu, iliustravo, I guess, kaip ten Shady įėjo. Jo, gal su Afganistanu, jo, čia gal sumaišiau visai. Nes jo, Afganistanas tai buvo po 9-11, jo, Bin Ladenas. Tipo. Jo, čia aš sumaišiau, jo. Kokia turtinga ta mūsų kalba, true. Nu, bet jo, čia toks vertimas netragiška klaida, bet techniškai jo, diktuoja netabiškai vaibą, kaip galbūt žmogus, žinai, nu, iš tikrųjų išreikštų. Čia yra centrinė gatvė, 19. Dokst! Tam все зависит от начальства, блядь. А то, что сейчас говорят, что мы с ними воюем, или типа того, вот на Украине. Не знаю, я с ними не воюю. Но понятно нахуй, что это самое, они что-то там стараются для себя сделать нахуй. А что они хотят сделать для себя, хуй их знает. То ли нас хотят завоевать, то ли нет, не знаю. Политики не разбираются. У меня мало классов нахуй, я совсем, а старый вообще дурной стал. В это я верю, то, что там поставили свои базы вокруг России. Угу. Как бы, я думаю, Америка намерена была вот это сделать и начать войну уже со всех сторон. Я думаю, последние базы на Украине бы поставили, и точно бы война была. Aš nežinau, man tas scenery čia, ir netgi to vaiko balsas kerina, aidas net girdisi, čia žmonių nėra. Čia tokioj tu eitum, čia 5 minutės ir būtų visiška tyla, tik kažkoks fabriko garsas, žinai, toks backgroundinis. Kur sušauktum, ką nors ten ir per visą miestelį, žinai, aidą svarytų. Ja domau, paslednį bazį na Ukrainį būtų pastavyti, į točią vainą buvo. Smailas, šiukšlinė, produktai. Kiek snaksų! O šiandien nieko neturiu, blėt. Ir jau kai baigsiu streaminti, jau parduotuvės bus užsidarę. Eik tu, na, žiūrėk, kiek čia visokių sausainių ir eik tu, na. Say no to sugar. Oh, man. Ne, aš snaksų noriu, o ne bolto, blėt. Šiandien kebabą valgiau, boltas atvežė. Eina savo. Palakoja dar turi. Ai, čia tai gumas, čia tai pohui, vapšė, blia, ta lenktynė. Nenavidite li vis США? Почему их должны ненавидеть? Люди как люди. Ну, там говорят, что мы там с ними воюем или что-то такое. Нет. Вы так не считаете? А вот к людям, почему? Вот вы знаете, люди там такие, знаете, очень свободные, там всякие нетрадиционные отношения, вот это все. Я против. Ну, вот вообще, вот если вот теоретически, вы кажется, США и Россия смогут... Biški cukrum paprašyti be skonį, čia kas tie sausainiai, ne, man tokie labiausiai patinka, paprasti be jokių ten nesąmonių. Aš esu ta žmogus, kur aš, yra, pažiūrėjai, sausainiai, tie patys gaidelio sausainiai. Aš juos vienus valgau, I just like it, arba ten nusipirku, ten kažkokie yra, ten kažkokie, tokie labai minkšti vafliai, pažiūrėjai. Kur galima valgyti, nu, ten aš turbūt įtariu žmonės kažką tepasant ir panašiai, aš jos tiesiog vienus, aš labai mėgstu visiškai paprastą tą tešlą iš esmės, nu, iškeptą. Tai, I don't know. Už to susienis, kad jau ne duona su sviesu ir cukrum. Nežinau, man patiktų čia visi tie sausainiai. Nes aš labai paprastus tiesiog valgau.
Yra dar, nu, pavyzdžiui, tos plėšomos bandelės, žinot, tos, kur po šešis, tipo, nu, tos būna, amazing jos yra, tiesiog vienas valgyti irgi. Nu, žodžiu, jo, bet jie visi turi kažkokį specifinį skonį ten, bet jo, tai, kad ten, nu, žodžiu, ne, gerai, ne, ne. Jūs tiesiog visi klystat, kad kas nepritarėt. Primiryti или нет, или они будут вечно друг с другом, ну, как бы, противостоять. Вечно. Навсегда. Вот у вас бы, если бы была возможность, вы поехали сейчас в Америку просто так, на туризм или нет? Не, ну, у них, конечно, тоже красивые места есть. Я считаю так, ехать, ну, это там некоторые здания. Ir iš viso, gerai, baigim apie bulkutę šnekėti gerai, aš jau mėnesį gal nevalgiau, nes žiemą per daug jų valgiau, tai dabar porą mėnesių nevalgysiu gerai, ir šiandien man jau viskas, jau maisto nebevalgysiu šiandien, tai shut the fuck up! Nepradėjau, melas, įrodi, kad pradėjau, neįrodys, viskas, šmeištas. 2000 lėt, patarai, 1000 lėt pastrojimai, žodžiupom. Ну это надо не в Америку ехать, а в Среднюю Азию. Ну у них там большой каньон, говорят, красивый. Ну, говорят... Весь тесу карамелем они у меня. Есть трещина, да. А что? Ну, скалы там туда-сюда, да? На любителя, короче. Смотреть, в принципе, там особо-то и не на что. А как вы относитесь к тому, что у них там вот этих свобод, там для всяких, знаете, там нетрадиционных отношений и того рода? Это дурью занимаются, нахуй. Ой, vertimas man nelabai patinka. Čia kaip sakė, regarding sexual preferences, čia techniškai sakė... Svabod, tam dėl sėkių, žinote, tam netradicionalnych atnošenij. Netradiciniams santykiams, tai kaip ir neįvardino, kad čia apie sexual preferences kalba, tipo, vertimas galėtų būti tikslesnis biškai. Eta durių zanimajuose, nahu. Ani tam usi apus, nahu, dėlėjot, a nam eto ne nada. Ani tam hoď... Kak? Делают друг друга. Опа, пастатас, опа. Ненавидите ли вы США? Ой, не люблю, конечно. Потому что ничего нехорошего нам сделали. А что плохого, например? Например, вот войну развязали. На Украине, в смысле, да? Да. Kokia buvo mintis, kokia yra mintis tų tokių didelių kepurių? Nu, tipo, ar buvo kažkokia praktinė mintis už to? Ar tiesiog čia, nu, stiliaus tokia kepurė buvo? Ar buvo kažkas praktiško iš tokio didelio? Aš žinau, kad čia labai jau senos tos kepurės. Nusileidžiausis, bet tai nelabai pateisina, kad jin tokia aukšta turėtų būti tada, ne? Taip lengvai nenušautų į galvą, plaukai, kad įtilptų. Gnai dviejų funkcijų. Kokia dar funkcija? Bet sunkiai? I don't know. Kodėl jis jau aukštas? Nes jau galva, nu gerai, čia jau baigės. Ir tada visas tas tiesiog... Why? Ar tai dadeda šilumos kažkiek? A, viskas aišku. Kad kai girtas krisi ant žemės galvos nesusidauštum, arba kad vagiant galima būtų ją prikraušti muitkui. Gerai, supratau, dėkui. Sveiki, tai za nik, da? A za čia mani jį tas dėvali? Pavaš, na vaš gled. Žiūrėti gerai, kad jis. Za šiot nas, da? Da, konečno. A pačiomu jis sразу su Rosijai nerazvizali vainu tada? A, ot... Tak bzdėt, naverno. A, bajate, tipo? Konečno. Наши с ними еще, в принципе, с блоком НАТО по-серьезному еще и не связывались. Угу. То, что мы же видишь, как государство... Хуманитарность, ага. Нам нельзя. Мы русские. А вы думаете, не дойдет до Третьей мировой войны вот это противостояние США и России? Нет. Нет? Нет, да ты что? Если они только почувствуют, что им это... Кранты приходят, и Россия не истощается. Они... А как Россия может истощиться с такими ресурсами? У них на всю Европу ресурсов раза в 4 меньше, чем у России в одной. Угу. И будут они... Нет, они сразу по пятной включат. Задняя скорость будет включена. Это...
Стопудово. А вообще, вот как к людям вы, к американцам, как относитесь? Так, люди как люди, они просто заморочены, да и все. Они просто не знают, наверное, информации полной. Вот и все из этого. А мы знаем? А может быть, тоже не знаем совсем полной. Угу. Вполне возможно, но... А кто знает? Да, мам! Не знаю. Кто знает? Спасибо вам большое. А с вами американцы у вас вообще какие чувства вызывают? Вам кажется, они какие отличаются от нас сильно или нет? Они им вдалбливали башку, как и Гитлер своим немцам тоже в свое время вдалбливал, что они арийцы и все такое прочее. Сейчас и Екин так же вдалбливают. Говорю, это паче локен игры, это полный дотка доброту путь на всякую дрессуру нации. Кинки целовали? На камеру даже. Целовали. Ну, вас... Гали, будь хоть что-то скуркали, Винни. Они им вдалбли... Гали, будь хлеб. Как и Гитлер своим... Эй, на югарт, вискас дарба подарили. Вдалбли вас, что они арийцы и все такое прочее. Сейчас и Екин так же вдалбливают. Gerai, pagal tavo logiką, sakau, negali dabar tau tada smegenis plaut, kad čia ten visi naciai. Nu, vas eksploatyruoju. Ne vy их eksploatyruoju. Vaši papa, mama eksploatyruoju, dėduškai. Tai tai jums зачем ботинки сувыш? Тебя заставит ботинки целовать коммунист. Будешь? Ну, если только слово башки поднесут. Čia jie kažkokį video matė jo iš Amerikos, turbūt kažkokį krinžinį ir čia yra visi amerikiečiai, visi Amerika. Ok, ir visi jie taip dar, nu žodžiu, jo. Nežinau apie ką jis kalba, bet jau ne pirmas apie tai kalba, tai pas jos tiesiog buvo, reiškia, žinai, parodyta. Nes galima rasti iš Amerikos ten tikrai tokių ir net ne reklamų ir net nesufeikintų ten tarkim video, kur tikrai Jesus cringe visiškai. Bet, nu, tada daryti išvadu, kad čia visa Amerika, nu, tai tiesiog big yikes, bet... Как я давно хотел это сделать? В Америку летит. Ай, čia tas, kad tipo tik nuvarai Ameriką, jo. В том, что ваш сын... Ne, я мачiau ir šitą. O tai ne visa Amerika yra Karen ir Florida menai. Jo, būtent visa Amerika tokia ir yra. You are correct, sir.